ночную тишину прервал грохот артиллерийских залпов. Это обрушило на гитлеровцев тысячи тонн снарядов. Враг нес большие потери, не успев сделать ни шага к нашим позициям. Однако утром 5 июля наступление гитлеровцев началось. Артиллерийского обстрела двинулись фашистские танки и пехоты. Так началась русская битва. Удивительным огнем ответили вода советские артиллеристы. Затрубали подбитые фашистские танки. Выставленные подбойцовые бойчики. Их выводили из каких-то. Мощь врага. Таяли его техника и живая сила. Боевые порядки гитлеровцев непрерывно подвергались налетам советской штурмовой авиации. В воздухе вспыхивали опустошенные бои. Ведя активную оборону, переходили в контратаке. Сколько зарыв, сколько зарыв, сколько зарыв.